Целью основной образовательной программы является подготовка специалистов с хорошей фундаментальной подготовкой в области теоретико-методических основ физической культуры и спорта, психолого-педагогических основ, а также владеющих компетенциями по проектированию учебно-воспитательного, учебно-тренировочного процесса в учреждениях различного рода образовательных учреждениях, а также владеющих компетенциями в научно-исследовательской деятельности. Программа подготовки магистра отличается практикоориентированным подходом в образовании. Большое усилие в программе отводится научно-исследовательским проектам, а также различным видам педагогической практики. Стратегическими партнерами в реализации программы являются Министерство спорта Нижегородской области, Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода, а также ряд крупных образовательных учреждений физкультурной и спортивной направленности, такие как ФОК «Заречье» и «Северная звезда». Выпускник, освоивший нашу программу, может проявить себя в различных направлениях и профессиях, таких как учитель физической культуры, преподаватель физической культуры в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях, также быть тренером-преподавателем различного уровня в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, проявить себя в управленческой деятельности на должности методиста в физкультурно-оздоровительных комплексах, а также выпускник, освоивший нашу программу, может поступить в аспирантуру и продолжить свое образование в области физической культуры и спорта. Обучение в магистратуре позволяет сформировать навыки проектирования педагогического процесса по физической культуре с различным контингентом населения и возможность вести научно-исследовательскую деятельность в области физической культуры. Гибкий график учебы позволяет совместить работу и учебу. До 80% учебного времени – это практика, которую мы проходим по месту работы, что позволяет сразу же применить свои навыки и отточить их.